Подписчики, с вами Кисина Диман, а также Донни. Мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва воришек». Кукусяндр. Сегодня, ребята, мы приехали к съемочной площадке. Именно здесь, по словам Андрюхи, закуп был новых крутых тачек для съемок очередной серии «Форсажа». Поэтому, братан, это то, что нам нужно. Значит, за 3 минуты мы попытаемся угнать как можно больше крутых тачек. А время запускаю. Погнали, братан. Главное — давай, своровать и быть незамеченным. Да, прав, прав. Андрюха был прав, братан. Андрюха был прав. Да? Прав Андрюха-то был. Ой-ой-ой, что это за хрень? Андрюха-то был прав. Прав, прав, то посмотри. Интересно, что они тут снимают. А там что? Так, а тут 3, да, получается? А тут 4. Я, короче, вот это заберу. Чего они вот на вот этом вот снимают? Как ты думаешь? Что именно? А, это типа огромный поезд на больших колесах? Да. Я не представляю. Даже не проезжает. Не проезжает? Ну, такое. Такое. Ну, в любом случае, я угнал пока что 4 тачки, а значит, это, ребята, уже что-то. Как минимум, давай аккуратно, братан. Здорово. А! Я тоже не проезжаю. Это у меня, братан, розыск. А, тоже не я понимаю, да, это розыск. Короче, слишком высокие прицепы, поэтому... Поэтому как-нибудь вот так вот. Слушай, у меня тоже уже розыск, братан, и это прямо такое себе. Так, короче, давайте тут оставим. Я думал прятать, в общем-то, в подземке, но в подземку тоже не помещаются наши прицепы. Слишком большие. Тихо. За мной коп! Коп на хвосте! Что такое, братан? Я твой байк взорвался, и, короче, нас минус 4 тачки, если чё, да. Ладно. Ты чё, и вот это всё взорвал? Ты нормально вообще? Я ехал в этой фуре, и она взорвалась. А как, подожди, как я тебе тачки заберу? Вот, я ехал на фуре, и она взорвалась вместе с прицепами. Да, я понял, да, я понял. Короче, я набери то, что есть, пока время есть. И копы прямо на хвосте. Они... Ему их здесь сколько, братишка? Походу, нам крышка. Я не знаю, как иначе быть, но у меня уже 2 звезды. У меня уже розыск из 2 звезд. Что там осталось? Я не знаю, я здесь вижу, здоров? Что здесь взорванный. Ну все пошло не по плану явно. И, а, братан, это тоже взорвалось, да? Да походу, ну а расфриз тачки какие остались, какие не взорвались, и забирай их оттуда. Слушай, я забрал какую-то ламбу на огромных колесах, это что вообще такое? Я, конечно, понимаю, на восьмерке днище гнилое, но на ламбе, когда мои ноги просто в воздухе висят, это прямо сильно. Это очень даже сильно. Ладно, братан, остается. Ой, да. Остается минута, и давай забирай. Папа-па-па-пара-па-пам. Я понял, я вижу трактор. Я вижу трактор, и давай мы его заберем. Не знаю, на драк пойдет. Ё-моё, он так еще не поворачивает. Больше ничего и нету. А, нет, там вот он не поворачивает. А как? А как на нем ездить-то? Точно они снимают «Форсаж», а не «Приключения может, принцессы какой-то... Бабл» какой-то, потому может... что здесь лего-кар как бы стоит. Может, это, я не знаю, «Безумный Макс» какой-нибудь, новая серия. Ну, я не знаю, как еще объяснить. Лего-кар? Я не знаю. Но это же съемочная площадка, то есть, понимаешь, тут как бы, ну, не просто же один фильм снимают, а и, возможно, лего-фильм. Так, братан, остается буквально еще заход под... Да, есть последний мотоцикл, и время прямо капец как мало. Так, там что-то осталось? Больше нет. Все? Ну, все взорвалось, да, получается? Да. Обидно, обидно. Ну тогда я предлагаю тебе, братан, валить отсюда как можно давай скорее. Да, ты прямо сильно сегодня постарался. Аллах Акбаровец, блин. Ладно, ребята, время-то уже тоже подходит к концу. Сейчас мотаем, а потом возвращаемся, забираем наши тачки. Итак, ребята, скрылись мы от копов, и вот тут вот все тачки наши спрятали. Получилось так, что я угнал аж целых 6 тачек, а ты угнал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тачек. Наверное, и да. Итого у нас получается 13 тачек. По цене я даже не знаю, у меня вроде есть как дорогой концепт, то у тебя тоже есть раритетные старые автомобили, которые тоже очень дорого стоят. Ну, в общем-то, ребята, обязательно напишите об этом в комментариях, у кого все-таки тачки дороже. А мы лучше отправимся на наше первое испытание. Давай. Итак, ребята, сельская пати здесь у нас. Трактор и Форд Бронко с движком V8, братан. У кого какие шансы, как да думаешь? Кстати, интересно, я... Интересно, наверное, у меня больше. Забыл подсчитать, оказывается, у меня тоже 7 тачек, я про трактор совершенно забыл. Ладно, братан, давай на счет 3. 1, 2, 3, без нитро. Ёпт, погнали! Погнали, давай. Догоняешь? Я тупо на дебах еду. Ты меня на дебах догоняешь? Сколько едешь? Да я не еду, бляха-муха, я перевернулся.
Да что за бред? Слушай, ну давай еще раз, да, давай теперь в обратную сторону просто поедем. В обратную сторону. Но я более-менее установил свою переднюю ось. Готов, да? Раз, два, три, погнали. Так, так, тихо, 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 тихо. Да, 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 все, вцепился. Да не крутись ты! Я опять завалился. Ну, короче, братан, да, у тебя просто нет управления, у меня более-менее, знаешь, он как бы и без управления, но он хоть едет и всеми четырьмя колесами, а не на дыбах, как в твоем случае. Ладно, ребята, это мой первый балл. Трактор все-таки принес мне победу, а значит, мы отправляемся, выбираем следующие тачки и проходим следующее испытание. Давай. Так, ребята, мы готовы. Следующее испытание. Дерби до двух побед. Взял ты Ламборгини, я взял Додж. Окей, давай попробуем. Mm-hmm, давай. Вроде как. Ага. Минус колесо. А, у тебя зацеп хороший. Да. Изи. Изи. Первый раунд за мной. Даже не знаю, что тебе придумать. Но придумать что-то можно. Погнали. Погнали. Саша Белый выехал, алё. Да, кстати. Понял. Ты коснулся принял. Меня или нет? Просто меня... Я вроде бы да. Ты от воздуха отлетел и все. Такое. Ну, в любом случае, ребята, это уже мой второй балл. Значит, мы отправляемся на выбор следующих тачек для прохождения следующего испытания. Так, ребята, следующее испытание. Прыжок вверх. У нас там препятствие было, да. Ты его удалил, и в итоге, да. Братан, давай, желаю удачки. Погнали без нитро. Давай. Кто быстрее? Ой, мама, у меня овощ. Плюс-минус. Ой, мама, у меня овощ. Да. Только сейчас не на ветряк бы. Ты дальше? А меня ветряк ударил. Тихо, я поехал дальше, да? Я... Стой, мол... Да, ну, на пол корпуса. Сколько? Да, действительно, просто пол корпуса. И в итоге, ребята, я все же таки дальше. Это что, уже третий балл мой? Нормально. Получается, что да. Нормально, да, ребята. Везет. Давай отправляться на следующее испытание. Давай. Итак, ребята, мы готовы. Следующее испытание — езда по песку. Здесь как бы лего-тачка против монстра Ламборгини. Чего? Что ты вообще против да, покажешь, да. А? Давай, раз, два, три, погнали. У тебя ножки сквозь текстуры пролезают. Я говорю, у нее днище гнилое. Да. Сильно. А ему это еще быстрее? Что я тебе покажу? Тебе факу покажу, вот, держи. Так я тебе тоже покажу, смотри. Я не смотрю, сам смотри. Ты смотришь против, я не буду смотреть. Я не проеду тут. Лох. Лосось не тунца, понял? Все, сиди. От лоха я слышу. Нет, я не проехал. Ладно. Лосось не тунца. Ладно, поехали, понял, далее. Все, ребята, такая. А чё ты так хорошо-то уходишь, а? Ну, в смысле? Лосось не тунца. У меня просто лего... Я сейчас буду рассыпаться и кидать тебе, да? Короче, как вот там в детстве, когда встаешь на кубики, да, там орёшь. Да, а да, да. Если кидаешь под колёса что-то, типа, наезжал, у тебя машина, там колёса пробивались. В таком духе. Ну, давай попробуем, окей, хорошо. Хорошо. Попробуй, да? Давай. Мне кажется, даже... Слышишь, ничего не надо скидывать. Сейчас гранат начнешь кидать, такое будет. Ага. А мне кажется, если тут колесо пробить такого радиуса с такой резиной, ему будет похеру. Maybe, baby. Ему будет похеру. Я тебя догоняю тем временем. Ай-я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 й. Да, догнал. Сколько идешь? 107 было. 109. Ты че? 107. 30 ракер, что ли? 112, 113, 120. Ну, вафля, там, тормози, это... тормози, братан, ну все, и как бы, а? Тут как бы вообще нету без шансов. У меня розовый шансов. Кабриолет, не и подходи что? Ко мне. У меня ламба, да придачу ко всему монстр еще. Да, нахера так полети. Подвергались на ней, но... Да я-то полечу сейчас, главное, чтобы далеко полететь. Опача. Я тебя понял. Учись, студент. Я тебя понял, давай, студент. Учись, студент. Кто из нас еще студент? Вот фак, я тебя понял. Окей. Кто из нас студент, даже не знаю, Диман. Окей. Так никто уже, все. Школьная пора закончилась. Школьная пора закончилась. Братан, у меня есть шанс. Ты там зонтики ломаешь, какой шанс там у тебя? У меня есть. Все, не парься. Выбор. Я полетел! Чисто овощи. Обещал вернуться. Короче, братан. А, чё? Ламборгини вся прозрачная, прикинь. А, чё? А, не, нет, прикол. Только колеса непрозрачные. Да, я просто хотел подлететь и перелететь, все, но, к сожалению, скорость была очень малая, поэтому, братан, как бы... Ну ладно, малая. Тут твой балл, 3-1, давай, малой, погнали на следующее испытание. Давай. Итак, ребята, следующее испытание, прыжок в длину. Я думал, это тот гелик, который заряженный, который летает. Или это тот гелик? Это он и есть, это он и есть. Это тот, который летает? Сейчас узнаем. Ты с нитро? Да. И сколько едешь?
560, 570, 580, 600. Серьезно? 640, да. Ну нафиг. Да ну нафиг, я, короче, да. Сейчас, ну просто... Просто ради интереса, ребята. Просто ради интереса. Я не понял, ты на том самом летел гелике или что? Ну да. Ты братан. Ты без нитро ехал или что? Да. Всю дорогу без нитро. Ну, мне кажется, если бы нитро подрубил, то в любом случае я бы перелетел бы это здание, да? Ну, конечно, да, конечно. Ну да. Ладно, ребята, было прикольненько. Мы отправляемся на следующее испытание. Итак, друзья, здесь два новеньких концепта. У меня Мерседес, а у тебя новенький ГТРчик. Ну, давай посмотрим, кто будет лучше ехать нам 6 километров до Барона. Погнали? Раза три. Давай. Поехали. До Барона. До Барона. До Барона, Барона, как Барона, Барона. Как и счастливо вместе. Типа, это пёс тот самый. Да, именно он. За ним. За ним, тихо. Аккуратно. Ты же без нитро там едешь? Да. Надеюсь и верю. Ну, слушай, я прям хорошо иду, слушай. Ай, хорошо стоит Мерс. Обернись, стоит у него там. Ну, это же хорошо. Твою мать! Петух! Трансформер! Сука. Тебя тоже ударил? Ема, сколько их здесь, братан, их надо скоро выбирать с проекта. Ну, вот в натуре мешают. Ладно. Ладно. Я просмотрю, как ты ускоряешься и... Твой потенциал меня не радует. Гетер-то реально хорош. Гетер хорош. Не то слово хорош. Да ты дурак, что ли? Ты... Я? Не ты, а пёс-робот. Пёс-робот-пёс? Что? Откуда ты пса нашёл там? На пёс-бот. Ладно, братан. Ну это мне на руку. Ехать-то даже половины не проехали, братан. А ты прямо на хвосте. А на серпантине-то ты догонишь, а чё придумать-то? Ну не факт. Факт? Я всего-то еду 130. Я думаю, что быстрее еду, что ли? 140. Ну мне показалось, что да. Потому что ты вообще на изи догоняешь, только не вот это вот-вот-вот-вот всё, петушара ты. Небритая. Небритая петушара? Понял. Ну там один был на внедорожнике. Ты вообще рядом, братан. Да-да, что за 200 сколько? Иду. 200 идешь? Да. Я плюс-минус так же, только тормоза мне это. У меня идеальные. Серьезно? Керамика, Брембо, братан. Ну такое, не скупились. А вот Мерс все-таки пожалел бабки. Барабанные поставил. А кстати, не, диски. Как какие, не знаю. Братан. Братан, а что у тебя сзади, посмотри. Не знаю. Может, ты посмотришь? Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. А, кстати, видел, короче, в это... Вон справа, получается, корабль огромный стоит. Ты, да, кстати, да, заметил? Смотри, нет, смотри, нет? Смотри, 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 да, блин. Да, угу. Да, ладно. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да, вот это беда! Крашеная это. Просто крашеная. Крашеная беда? Ну, там одна была бобёна. Бобёна, мне, кстати, твоя жопа напоминает обычный R35 мой читерский. Фак у тебя. Твой R35. Такое. Такое. Сейчас, подожди, я тебя обгоню. Сейчас, на секунду. Давай. Врежься. Вылети как-нибудь. Ну что ты? Да что ты? Да что ты? Что ты, ребята? Кто ты? Ладно. Ладно, все-таки в конце, когда я врезался в эту тетку, я не знаю, старуху, потерял превосходство, и поэтому да, ребята. Балпой 4-2, но я в любом случае пока что впереди, а следующее испытание у нас с горой связанное, погнали туда. Ребята, следующее испытание, это управляем спуск горы Чилет. Я полетел. Я вижу, кстати, издалека твои колеса пропадают. Да, я знаю. Колеса пропадают, а чё? А, ну ты, в принципе, широкий, большой. И кость у тебя тоже широкая. Поэтому ты должен явно встать где-то поблизости. Тихо. Вижу тебя, маленького. Да вижу, да не поглощай меня. Не забирай мою энергию. Ом-ном-ном. Ай-я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 й-
я там припарковал их. Да не, братан, я на изи это проеду. Я на изи это проеду, ты чё, прикалываешься, что ли? Кого ты на изи проедешь? Ты чё, прикалываешься, что ли? Ну да. Почти не напрягался. Проехал. Ха, у меня, кстати... А, всё, башка. За пределами транспортного средства. Всё, башка? Башка, да. Всё.
сегодня. Ржавый башка. Ржавый башка. Я башка-то ржавый. Такое. Чувствую тебя. Тихо. Давай. Я встал, прикинь. Да, все? Да, прикинь, я встал. 3-4 получается у нас по сумме баллов. Я здесь, а ты что где? Кто придумал эту машину смерти? Ты до сих пор едешь, что ли? Ну. А, она же легкая, она подпрыгивает на изи, да, получается? Да. Верно? Верно. Еще у нее, типа, ну, лево-право нажимаешь, она крутится все там. Да ладно. А прикинь, если бы мы еще бы снимали спуск именно с этой горы, то, я не знаю, поставила бы рекорды. Ну, вряд ли. Хотя да, она слишком она огромная, жирная, да, слишком большая. Хотя моментами коллизии у нее нету, а где-то она все-таки цепляет. Но я думаю, что не проедешь ты дырдочку. Я не сотку даю. Дырочке. Ну, вон. О, дерево. Серьезно, встрел? Не, ну я врезался просто, да, понял. Такое, давай, тормози. Все? Изи. Наверное, да? Да, изи. И получается, по баллам тогда у нас 4-3. Это значит, что, ребята, сегодня я в любом случае держал победу. Плюс балл еще за стоимость. Возможно, он у тебя, и тогда у нас будет ничья. Или же у меня, и тогда я уже точно победил. Об этом пишите в комментариях, ребята. А на этом мы будем заканчивать. Вот такая вот серия у нас получилась. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Всем удачки и всем пока. Пока.